В детской школе искусств номер 2 декабрь традиционно богат на всевозможные события. В череде предновогодних мероприятий особое место было отведено фестивалю под названием «Музыка души». Это традиционное мероприятие у нас, проходит уже 9-й год, и в нем в основном участвуют дети, которые учатся на фортепианном отделении. От каждого преподавателя по несколько учащихся. В этот вечер на сцену поднимались только лучшие ученики, которых предварительно отобрали педагоги школы искусств. Неудивительно, что многие участники уже имеют за своей спиной богатый опыт конкурсных выступлений. На музыкальном фестивале я выступаю уже второй раз. Участвую в конкурсах, в разных концертах, езжу в разные города, выступаю на конкурсах. Неравнодушной аудитории, большую часть которой составили родители, оставалось только наслаждаться увиденным и услышанным. Ведь фестиваль – это не только повод испытать гордость за своего ребенка, но еще и отличная возможность оценить результаты вложенных в любимое чадо усилий. Я мама двух девочек, которые занимаются в этой замечательной школе, где талантливые, чудесные педагоги, за что им очень благодарна, то, что они ведут моих девочек по миру музыки и приобщает к творчеству. Павел Мозговой, Анжелика Барвинок. Наше время.